Что будет с погодой в выходные в России, узнаем у нашего дежурного синоптика. Сегодня из гидрометцентра в прямой эфир вечерних новостей выходит Людмила Паршина. Людмила, здравствуйте. Ну, вот циклон, который обрушился на Грузию, он коснется юга нашей страны? Добрый вечер, Дмитрий. От южных границ России циклон уже ушел, но непогода сохранится. До позднего вечера в ночь на субботу на юге Краснодарского края, в том числе в районе Сочи, сильные дожди, ливни с грозами и ветром до 20 метров в секунду. На Ставрополье, в Кабардино-Балкарии штормовой ветер до 30 метров в секунду. На реках Адыгеи, а также Черноморского побережья, на участке от Геленджика до Магри подъем уровня воды, возможны затопления. В воскресенье сильные осадки могут пройти в Краснодарском крае и в Карачаево-Черкесии. Дневная температура на юге плюс 3,9, в районе Сочи до 17 тепла. В Крыму в субботу без осадков, в воскресенье большие дожди, ветрено, температура плюс 7-12 градусов. А какой прогноз для центральных регионов? Активный северо-западный циклон принесет зиму в центр Европейской России, в субботу на западе и на юге, в Брянской и Курской областях, а в воскресенье также в Московской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ожидается гололед, порывы ветра до 12-18 метров в секунду. Температура понизится ночью до -2, -7, днем около нуля, на дорогах гололедица. В северо-западных областях осадки, температура в течение суток -4, +3 градуса. В Карелии в воскресенье до -7, пройдет снег. И только Калининградская область остается в тепле. Днем 7-10 градусов выше нуля. Но и здесь не обойдется без влияния проходящего циклона. Будет дождливо и ветрено, особенно в субботу. Порывы до 20 метров в секунду. На севере сейчас холоднее нормы. На выходных не потеплеет? Атлантический циклон к воскресенью местами смягчит морозы. Например, в Архангельской области, где в субботу около -15 градусов, в воскресенье -6, -11. В Ненецком округе без перемен, на оба дня -11, -16 со снегом. В Коми напротив усиление морозов, в субботу -5, -10 градусов, в воскресенье до -15 и тоже пройдет снег. В Вологодской области похолодает уже 14 ноября до -4, -9, а в воскресенье также слабый мороз, но с метелью. И на Кольском полуострове ожидается снежная и ветреная погода с метелью. Ветер будет усиливаться до 23 метров в секунду. Оба дня 2-7 градусов мороза. Ну и давайте приближаться к столицам. Что будет в выходные? Сначала, может быть, про Поволжье. На севере Поволжье мокрый снег, гололед, налипание снега, ветер до 15 метров в секунду, на дорогах снежные заносы, гололедица, похолодает до -1, -6 градусов. В среднем Поволжье тоже сырая ветреная погода, осадки, гололед. Ночью похолодает до -8. В Петербурге в субботу дождь и мокрый снег, в течение суток 1-3 тепла. В воскресенье осадков меньше, ночью и днем -1, +1. В Москве выходные похолодает, ночью -2, -4, днем в субботу 0, +2, в воскресенье 0, -2 градуса. В субботу возможны небольшие осадки, а в воскресенье снег местами сильный, ветер до 17 метров в секунду, метель, на дорогах на оба дня гололедица. Спасибо, это был прогноз погоды на предстоящие выходные, а вечерние новости на этом подошли к концу. Я Дмитрий Борисов, желаю вам хорошего завершения дня, увидимся на Первом.